Всем доброго дня, друзья, и сегодня у нас будет розыгрыш 7 тяжелых титановских пушек Тонанс. Это новейшая пушка, которая дает просто бешеный урон в максимальной комплектации, в максимальном уровне. Вот, сейчас вы видите характеристики непрокачанной пушки, а вот сейчас уже полностью прокачана 25 уровня Тонанс. Вот, сейчас начнется бой, и я расскажу вам, что же нужно делать, чтобы принять участие в этом розыгрыше. Итак, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно первое – подписаться на канал, второе – поставить лайк этому видео, и третье – это написать комментарий с указанием своего ID и своей платформы. Также сразу скажу, что писать несколько комментариев, то есть два и больше, с одним и тем же ID нельзя, потому что это нечестно по отношению к другим участникам, и вас к розыгрышу просто не допустят. Также советую вам поторопиться, так как розыгрыш заканчивается уже 30 августа, поэтому скорее зовите всех своих друзей, кого знаете, чтобы они успели принять участие. А 30 августа с помощью рандомайзера я выберу 7 рандомных человек из комментариев и запишу на них эту пушку Тонанс. А сейчас вы можете посмотреть, как себя непосредственно Тонансы и Фульгуры, но в большей части Тонансы проявляют в геймплее на Титане Ньютон новом, и как они легко расправляются с Титанами. Также один Тонанс можно поставить и на Лучадора Байху, и на Рука, и он тоже будет играть достаточно неплохо, и тоже будет довольно быстро уничтожать Титанов. Но, конечно же, Титан Ньютон — это прям фаворит из Титанов, на которого вы можете эти пушки поставить. А на этом, я думаю, все. Можете досмотреть фрагмент этого боя. Здесь мне удалось уничтожить около 5 титанов, по-моему. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока.